Ну, прекрасный бой, да, очень красивый, зрелищный, волевая ваша победа, слагаемый этого успеха. Почему пошло все в начало не так? Вот к этим соревнованиям я подведиться не успел, потому что мало времени было. Я просто тренировался в своем обычном режиме, не в лучшей форме. И, ну, коронный прием свой произвести получилось, так что за счет этого выиграл сегодня. Украинца раньше видели в деле, встречались ли, и в чем его сильные стороны? Встречался, это вторая встреча, и слава богу, обе выиграл я, он чемпион мира, Европы. Хороший, очень взрывной, волевой, чувствительный, но сегодня моя взяла, в следующий раз видно будет. Последний вопрос. Вот такой вот турнир, единственная схватка, очень нетипично, показательный турнир, шоу. Как вам в такой роли? Нужны ли такие турниры? Я честно считаю, что они очень нам необходимы, нашему виду спорта. Нужно как можно больше популяризировать борьбу, в частности греко-римскую. И большое спасибо организаторам за такой прекрасный праздник жизни. Я думаю, они нам необходимы. Спасибо. Спасибо, удачи.